В Турции продолжаются поисковые работы. В провинции Антакия спасли мужчину. Он под завалами пролежал 228 часов. Его госпитализировали. Между тем, число жертв в стране превышает 35 тысяч человек. В Сирии более 8,5 тысяч. Ситуацию в обеих странах осложняет похолодание в регионе. Миллион людей остались без крова. ООН и другие международные организации поставляют гуманитарную помощь.